16 ноября город Калачинск превратился в молодежную культурную столицу. Проект Министерства по делам молодежи с таким названием реализуется в Омской области с 2009 года в рамках долгосрочной целевой программы «Новое поколение». В Калачинском доме культуры собрались 300 представителей творческой талантливой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет из 7 районов области. Убедились жители поселения в том, что богата омская земля талантами, на ярком гала-концерте. А перед концертом ребята смогли пообщаться и принять участие в организованных для них мастер-классах по вокалу, хип-хопу, народному и современному танцу. Хип-хоп – именно такой стиль, который не требует никакой специальной подготовки. То есть человек, любой пришедший с улицы, он может начать танцевать. И начать танцевать не хуже, чем человек, который занимался хореографией там 10-15 лет. То есть это довольно-таки свободный стиль. И от него, соответственно, получаешь такое же удовольствие. Да, мы отрабатывали те движения, которые у нас, ну, как бы не получались. И учили новые движения, которые мы еще не знали. Вот было очень интересно. Гала-концерт, обставленный как состязание римских легионеров, предварило обращение заместителя министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Александра Варакина. Все те, кто сегодня сейчас находится на сцене, уже являются победителями. По одной простой причине. Конкурс, фестиваль – эти слова не относятся к проекту «Молодежная культурная столица». Четвертый год – этот проект шагает по территории Омской области. Четвертый год он собирает большое количество молодых, талантливых, интересных, заводных. Участники проекта были отмечены призами и дипломами министерства, после чего творческие коллективы молодежной культурной столицы подарили жителям Калачинска и всем гостям праздника незабываемые эмоции. Безусловно, омская земля богата на талантливых людей, на талантливую молодежь. Молодежь у нас сейчас вся очень разная, очень многогранная. Я посмотрела еще раз, убедилась, что она талантливая.